Чилийцы проголосовали против новой конституции. Подсчет голосов почти завершен. За предложенный правительством проект главного закона страны выступили лишь 38% жителей, против 62%. Явка на референдуме составила более 75%. Очень здорово, что Чили проснулась. Мы должны объединиться, потому что этот процесс нас всех разъединил. Он был сложным, и они не уважали наши решения.